Всем привет! Сегодня я вам в этом видеоуроке хочу рассказать, как сделать вот такую обычненькую, но моднявенькую шапочку. Вязалась она очень легко и просто, буквально на одном дыхании. Размеры ее на обхват головы 53-54 сантиметра. Честно говоря, у меня 55 и налезла. В общем, ширина ее 22 полуобхват, то есть 44 где-то полных, но растягивается она довольно-таки хорошо, все получается довольно-таки замечательно. Высота ее 19,5 сантиметров, я ее вязала на девочку 6 лет. В общем, в принципе, она, еще раз повторюсь, мне 20 с небольшим, и, в общем, она, я вам скажу, мне налезла на голову, у меня 55 обхват головы, там 54,5, где-то так. В общем, в принципе, довольно-таки симпатичненькая. Состоит она из, получается, трех видов узора. Лицевая гладь, изнаночная гладь и рис. В общем, с лицевых и изнаночных петелечек. Вот небольшая такая лицевая гладь для отворотика провязана. Несколько рядочков. И затем идет сам узорчик. В принципе, в интернете очень много шапочек с совами, как я вязала вот лицевыми рядами. Для тех, кто хочет провязать именно платочной вязкой, просто вяжите вместо вот этих вот лицевых столбиков, вяжите сразу чулочную вязку. Вместо риса точно так же, ой, чулочную, платочную, простите, вязку. И, допустим, сову можно посадить немножечко ниже. То есть начинать ее можно немножко ниже, а хотите, в принципе, можно где-то и посерединке, то есть как вы решите. Я такую шапочку уже вязала платочной вязкой, я решила немножечко поменять узорчик, как вы видите. В общем, если вам понравилось, присоединяйтесь. Для вязания вам понадобится пряжа. Я взяла пряжу серого цвета Alize Lana Gogh, в ней 240 метров в 100 граммах. Также обычные спицы, размер 3,5 я взяла, ножнички для обрезания кончиков, крючок для сшивания и две бусинки глазки. На шапочку нужно набрать 86 петелек и плюс 2 кромочные, то есть 88 петелек. Отступаем ниточку, чтобы у нас было на набор 88 петелек и еще остался небольшой кусочек, приблизительно 20 сантиметров, может 25, оставьте, лучше больше, чем не хватит, для сшивания сзади шапочки начала, то есть нашего отворотика. Итак, берем спицы, на одну спицу набираем начальные 2 петельки, затем приставляем вторую и набираем последующие петельки. Почему мы набрали 2 петельки сначала на одну спицу, я еще раз повторюсь, я в каждом видео это говорю, для того, чтобы был не растянутый край последней петелечки. Я этого, честно говоря, не люблю и всегда советую набирать начало на одну спицу. Итак, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 85, 86, 87, 88. Набрали наши петельки, а теперь вытаскиваем одну спицу. Но обратите внимание, пустую спицу, на которой нет первоначальных 2 петелек. Вытаскиваем аккуратненько, чтобы у нас петельки не соскочили со спицы. И вот этот краешек, который у вас остался, я предлагаю вам смотать такой небольшой, скажем так, клубочек. Или такой вот, как сказать, в общем, смотать вам его и прицепить. Я, допустим, буду цеплять на маленькую булавочку. Хотите, можете прицепить на маркер для вязания, у кого есть специальный. В общем, в принципе, это не так столь важно. Можете просто даже ниточкой обмотать его. Для того, чтобы он по ходу вязания вам не мешал. Итак, в общем, первый ряд. Первый ряд я вам предлагаю первую кромочную связать лицевой. Но в последующих рядах мы будем ее снимать не провязанной. А последнюю кромочную мы будем всегда провязывать изнаночной. Итак, первый ряд провязываем все петельки лицевые за переднюю стеночку. Абсолютно все петельки
кроме последней кромочной, провязываем лицевыми. Я думаю, вы сможете это сделать самостоятельно. Просто обычным классическим способом провязываем лицевые. Второй ряд. Кромочную снимаем. Все петельки провязываем изнаночными. И теперь, смотрите, мы с вами провязываем второй ряд. Вам нужно самостоятельно провязать третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Как вы это будете делать? Смотрите, мы сейчас провязали с лицевой стороны лицевыми петлями, с изнаночной – изнаночными. Как вы уже поняли, мы сформировали лицевую или, проще говоря, изнаночную гладь. В общем, вот такой лицевой гладью или изнаночной мы будем вязать 8 рядочков. Так как мы сейчас провязываем второй, нам нужно провязать еще 6 рядочков. После того, как вы провяжете изнаночную гладь или лицевую, мы с вами продолжим. Я довязала 8 рядочков лицевой глади. Как вы видите, получается вот такой вот отворотик уже у нас видно. И теперь приступаем к вязанию самого узора. Итак, делим шапочку таким образом. Первую кромочную мы снимаем. Затем провязываем 28 петелек рисом. Рис – это путанка. Вяжем лицевая, изнаночная, или первую изнаночную начнем, затем лицевая. Но изнаночную провязываем обязательно за заднюю стеночку. За заднюю стеночку, для того, чтобы у нас красиво ложился узорчик. Итак, 28. 2, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 27 и 28. Провязали 28 петелечек рисом. Теперь провязываем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 5 лицевых. Теперь 2 изнаночные. Изнаночные провязываем за задние стеночки, чтобы у нас красиво ложились петельки. Теперь 16 петелек провяжем тоже изнаночными. И все за заднюю стеночку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 и 16. Теперь снова провязываем 2 изнаночные. И теперь 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 5 лицевых. Теперь снова вяжем 28 петелек узором рис. То есть изнаночная, лицевая, изнаночная. Обязательно изнаночные этот ряд провязываем за заднюю стенку. Изнаночная, лицевая. Итак, провязываем до конца ряда узором рис. Получается 28 петелек. Если хотите, пересчитайте для своего достоверного, так сказать, для своей уверенности. И кромочная у нас будет изнаночная. Следующий ряд изнаночный вяжем по узору. Кромочную снимаем. А теперь смотрите, 28 петелек мы провязываем узором рис, то есть лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, как бы путанка, то есть там, где была лицевая, вяжем изнаночную, а там, где была изнаночная, провязываем лицевую, как бы в шахматном порядке. Вот у меня изнаночная, значит, я провязываю лицевую. Лицевая, значит, провязываю изнаночную. И так далее. Эти 28 петелек мы провязываем рис. 27 и 28. Довязали 28 петелечек узора рис, а теперь у нас идут 5 изнаночные. 5 лицевых, которые мы провязывали с лицевой стороны. Так мы здесь изнаночными их и провяжем. 2, 3, 4, 5.
провязали 5 изнаночных, а теперь идут 2 лицевые. Провязываем 2 лицевые, так и провязываем. Теперь у нас идет 16 лицевых, то есть те, которые мы провязывали с той стороны. 2 изнаночные, 16 изнаночных и 2 изнаночные. Так, с этой стороны мы их все провяжем лицевыми. То есть получается 2 изнаночные с той стороны, у нас 2 лицевые мы их провязываем. 16 изнаночных мы провяжем с этой стороны, 16 лицевых. И 2 изнаночных с этой стороны, 2 лицевых. То есть всего получается 20 петелек мы провяжем лицевыми. Провязали 20 петелек, а теперь 5 идут изнаночных. Мы их так и провязываем. 3, 4, 5 изнаночных. Теперь снова у нас идет узор из 28 петелек. И там, где изнаночная, вяжем лицевую. Там, где лицевая, изнаночную. Лицевая, изнаночная. А изнаночная провязываем, значит, лицевая. В общем, и так провязываем узором рис в шахматном порядке лицевые, изнаночные, до последней кромочной. Кромочную провязываем изнаночной. Третий ряд провязываем как первый. Первую кромочную снимаем, затем 28 петелек узора рис, 5 лицевых, 2 изнаночных, 16 изнаночных, 2 изнаночных, 5 лицевых, 28 рисом и последняя кромочная изнаночная. Таким образом, смотрите, мы провязали сейчас с вами 2 полных ряда и начали третий. Вам по рисунку, как первый и второй ряд мы провязали, нужно провязать до 8 ряда. То есть вы сейчас провязан третий, вам нужно довязать третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. На 9 ряду мы с вами продолжим. Вот мы довязали наши 8 рядочков. Приступаем к 9 ряду. Давайте договоримся так, что я сейчас не буду уделять внимание, как провязать рис. Я думаю, что вы уже поняли это. Если не поняли, можете подробный урок в моем видео посмотреть. Теперь не буду показывать вам, как провязывать вот эти 5 лицевых. Точно так же и с этой стороны, 5 лицевых и рис. Я сейчас уделю внимание именно вот этой средней части, где у нас провязаны изнаночные, 20 петель. Смотрите. Сейчас в этих 20 петелечках мы поместим узор сова. 2 изнаночные с одной стороны, 2 изнаночные с другой стороны всегда будут сопровождать узор сову. То есть вот эти 16 средних петелек, это и есть раппорт узора. Сейчас вы провязываете самостоятельно узор рис и вот эти вот лицевые столбики. Когда я довяжу к узору, вот здесь вот к этому раппорту узора совы, я вам буду показывать, то есть включать камеру и показывать, как провязывать. У нас изнаночные ряды всегда будут по рисунку. То есть если здесь рис, он рис. Если в сове рис, значит рис. Здесь лицевые, с другой стороны они изнаночные. Здесь лицевые, с другой стороны изнаночные. И так далее. Рис будет всегда провязываться с этой стороны 28 петелек, с другой стороны 28 петелек, 5 лицевых, 5 лицевых, всегда, без изменения. Точно так же и в раппорте 20 изнаночных будут первые 2 изнаночные и последние 2 изнаночные перед лицевыми вот этими, после лицевых столбиков, а здесь перед лицевыми столбиками. Все остальное я вам буду показывать. То есть сейчас провязываете до вот этого момента первого столбика конца. И мы с вами продолжаем. Теперь, приступив к узору самому непосредственно, провязываем 2 изнаночные из 20 средних изнаночных. Теперь нам нужно сделать перекрещивание двух вот этих петелек в левую сторону. То есть как мы делаем? Задействованы 4 первые петельки. То есть как? Получается 3, 4, 5 и 6, если откинуть вот эти 2, то это первые 4 петельки из 16 средних петель узора. Смотрите, первые 2 снимаем на дополнительную спицу и оставляем перед работой. Следующие 2 провязываем за переднюю стенку лицевыми. 1, 2. Теперь одеваем обратно, либо просто ставим на провязывание вперед, провязываем и эти 2. То есть таким образом мы сделали перекрещивание в левую сторону. Отлаживаем спицу
и продолжаем вязать. А продолжаем мы вязать 8 средних петелек узором рис. То есть изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Теперь у нас осталось 6 петелечек. Так как 2 из них изнаночные, последние, как и первые, вот 4 у нас остались. Мы их должны перекрестить в правую сторону. Значит, на дополнительную спицу снимаем 2 первые петелечки. Следующие 2 провязываем лицевой. 1, 2. И ставим вот эту спицу с дополнительную на провязывание. И провязываем также за переднюю стеночку с дополнительной спицы 2 петелечки. Также теперь довязываем 2 изнаночные. Первый ряд узора готов. С изнаночной стороны наши 2 сопровождающие изнаночные с той стороны, с этой стороны лицевые, так и провязываем их. Теперь третью и четвертую провязываем 2 изнаночными. А теперь, получается, с той стороны мы провязали 2 лицевые. А теперь вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И чередуем узором рис, получается, 2 петельки, помимо тех 8, которые мы уже вязали рисом. То есть вот лицевая, изнаночная и... Теперь, смотрите, снова провязываем лицевая, изнаночная по узору рис. А теперь, смотрите, 2 наши изнаночные последние, так и провязываем 2 изнаночные и 2 лицевые, которые 19, 20, провязываем 2 лицевыми. То есть, как бы мы, получается, с той стороны уже задействовали, у нас будет по краям из 16 рапорта будут 2 лицевые, и с этой стороны 2 лицевые. Здесь узор рис посередине этих лицевых и 2 изнаночные сопровождающие. В общем, вы сейчас поймете, вы увидите, где мы сейчас, почему мы так провязали, и довязываете ряд, как всегда, узорами. 11 ряд шапочки или 3 ряд узора. Первые из 20 2 изнаночные, так и провязываем изнаночные. Следующие 2 провязываем лицевые. А теперь чередуем рис, то есть лицевая, изнаночная. В общем, там, где у вас лицевая, вяжете изнаночную, там, где изнаночная, вяжете лицевую. До 4 последних петелечек рапорта. Итак, вот провязали до 4 последних. Последние из 4, 1 и 2, провязываем 2 лицевые и 19, 20 провязываем изнаночные. То есть, смотрите, еще раз повторюсь с этой стороны, чтобы вам было видно и понятно. Из 20 наших средних петелек я провязала, получается, первые 2 всегда у меня идут с лицевой стороны изнаночные, с изнаночной стороны лицевыми. И последние 2. А 2, получается, следующие, ну, 3 и 4, если по счету брать из 20, у меня будут лицевыми пока. Точно так же и предпоследние из 4, 2 петелечки я провязываю лицевыми. Посерединке у меня полностью все петельки рисом провязываются. То есть сейчас мы провязали с вами 3 ряд узора. 4 ряд вы провязываете как 2, то есть провязываете... Где у вас изнаночные, провязываете лицевые, а там, где лицевые, провязываете с другой стороны изнаночными. И узор рис между ними. Вот эти вот петельки, получается, если от 16 мы уберем 4, это 12 петелек. То есть 12 средних петелек вы провязываете узором рис. С лицевой стороны то же самое. То есть получается 4 ряд вы сейчас вяжете как 2, 5 ряд как 1, 6 ряд как 2, 7 ряд как 1, то есть продолжаете, и 8 ряд как 2, то есть сейчас мы, получается, провязали 3 ряд, до 8 ряда вы вяжете вот эту серединку по узору, то есть там, где у вас рис, провязываете рис, там, где изнаночные, провязываете изнаночные, лицевые, провязываете лицевыми, все остальное провязываете, как всегда, по рисунку также. Провязав 17 ряд,
провяжите 18, 19, 20 тоже по узору, потому что я сейчас вот провязала, мне показалось довольно-таки низко. Так как я вяжу по ходу, как говорится, продумываю, то я вам предлагаю еще все-таки провязать, получается, 18, 19 и 20 ряд. 21 ряд это изнаночный ряд. Вяжем 2 первые лицевые, как всегда. Теперь вяжем 2 следующие изнаночные. И наши, получается, средние петельки, где рис, провязываем все изнаночные. Там, где были лицевые, там лицевые, где изнаночные, там изнаночные. Единственное, что провязывайте лицевые изнаночными за заднюю стеночку. Бо я посмотрела сейчас, они получаются перекрученными. Не перекручивайте их, а лицевые провяжите за заднюю стеночку. Итак, вот, провязываем до следующих изнаночных. Так, вот последняя лицевая, провязываем ее изнаночной. И наши две изнаночные, которые были, вот те лицевые, провязываем изнаночными. Две лицевые, 19 и 20, провязываем так и есть лицевыми. Затем продолжаем наш узорчик. Дойдя до 22 ряда, 2 изнаночные из 21 провязываем изнаночными, как всегда. А теперь нам нужно перекрестить пол совы в правую сторону, а пол совы в левую. То есть 16 поделить на 2 это 8. 8 поделить на 2 это 4. Значит, берем 4 первые петельки, 2 лицевые первые и 2 со серединки. Снимаем на дополнительную спицу. Вот 4 петельки оставляем за работу. Следующие 4 провязываем лицевыми петельками за заднюю стенку. 3, 4. Теперь берем дополнительную спицу и с нее провязываем наши 4 петельки, которые оставляли за работой. Провязали 4. Теперь берем первые 4 со спицы, которые у нас сейчас. Одеваем на дополнительную спицу. 4 петельки первые оставляем перед работой. Вторые, которые остались на левой спице, провязываем. То есть одну вторую и 2 лицевых, третью, четвертую. Теперь с дополнительной спицы также провязываем 4 лицевых лицевыми. Таким образом мы сделали сначала перекрещивание в правую сторону, а сейчас сделали перекрещивание в левую сторону. 2 изнаночные довязываем изнаночными. Обратите внимание, мы сейчас вот сделали 2 перекрещивания. Сначала в правую сторону, затем в левую сторону. И теперь идем до изнаночного ряда. С изнаночной стороны провязываем 2 первые лицевые, затем 16 изнаночных, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. 16 изнаночных провязали, довязываем 19, 20 лицевыми. 24 ряд провязываем. Вот я довяжу сейчас столбик наш из 5 лицевых, 2 изнаночные провязываем и затем снова провязываем все наши 16 петель лицевыми. Провязываем лицевыми, это у нас получается уже второй ряд лицевыми мы провязали. Еще нужно вам провязать 5 рядочков, то есть довязываете этот и еще провязываете 5 рядочков. И до встречи во второй части.